В округе продолжается масштабное благоустройство. Работы ведутся, в частности, и в рамках реализации программ губернатора «Доступная среда» и «Удобная парковка». Мы делаем тротуары, велодорожки, благоустраиваем дворы. Очень большой комплекс работ будет проходить в этот летний период. На пешеходных переходах также делается понижение, укладывается тактильная плитка. На объектах, которые прилегают к социальным объектам, это школы, детские сады, устанавливаются светодиодные знаки. Сотрудники территориальных управлений Химдора все строящиеся объекты держат под постоянным контролем. А кроме этого, администрация городского округа совместно с Госсадмтехнадзором проводит регулярные проверки качества выполняемых работ. В этот раз проинспектировали, как проходит реализация программы «Удобная парковка» на молодежном проезде. На молодежном проезде происходит расширение улично-дорожной сети, и здесь будет организовано дополнительно 33 парковочных места. Работы ведутся надлежащие, нарушений здесь мы не выявили. Благоустраивают молодежный проезд не только на радость автовладельцам. Новый тротуар сделают максимально удобным для пешеходов.